Председатель КНР завершил официальные визиты в Россию, Германию, вернулся в Пекин. Итоги этой поездки подвел министр иностранных дел Ван Ги. Дипломат заявил, что участие Си Цзиньпина в саммите группы 20 в Гамбурге позволило открыть новые стимулы для развития партнерства со странами-членами этой международной организации. На саммите китайский лидер рассказал о целях инициативы «Пояс и путь». Этот проект, по словам председателя КНР, направлен на открытость, сотрудничество и обоюдный выигрыш, что совпадает с проявлением партнерского духа группы 20 и построением открытой мировой экономики. Наряду с этим Китай твердо выступает за открытое и инклюзивное направление мирового развития. Ван Ги сообщил, что в ходе саммита Си Цзиньпин провел несколько встреч с другими мировыми лидерами, в частности, с президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Японии Синдзо Абе, президентом Республики Корея Мун Дже Ином, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном.